Здесь Эндрю, Бучили а что ты думаешь скрип, про РСП? То есть про одиноких мамаш, которые нагуляли с кем-то ребенка и теперь ищут мужика. Ты бы мог любить такую? Естественно, я мог бы любить такую. Я мог бы любить ее во все дырочки каждую ночь. Но дальше знакомство с моим членом эта история точно не зашла бы. Гениально, чувак. Мне, блядь, нравится твой подход. А почему так? А я объясню. Как-то давненько я смотрел документальный фильм про обезьян. Знаешь, как это работает у бабуинов? Вот представь себе племя из диких горил. В нем пять мужчин и пять женщин. Значит ли это, что в племени пять пар? А вот нихуя подобного. Это значит, что есть один альфа-бабуин, высокоранговый, который насаживает сразу пятерых самок. И пока остальные не победят его, а пизденки они могут только мечтать. Альфа-бабуин доминирует и забирает себе всех самок, а остальные тихо сидят в сторонке и дергают свой стручок. Как только он осеменит очередную самку, он быстро потеряет к ней интерес, забудет о ребенке и побежит к следующей, чтобы делать свои грязные делишки уже с ней. А знаешь, что делают те четверо низкоранговых, которые вечно на подсосе? Они, роняя слюни, бегут присматривать за малышом, в надежде, что использованная самка обратит на них внимание и им достанется киска. А теперь давай перенесем это на человеческое общество. Какой-то чел осеменил симпатичную жопастую самочку, а после этого четверо мужиков по очереди клеются к его Наташке и отводят его ребенка в школу, пока он ебет следующую. Что это, блядь? Это называется мистер Кукалдини или я не прав. Сто процентов. Ты шаришь бабуинству быть! кукалдизм на помойку. Да, очень как бы, ну, цинично зло, но как бы я здесь с чем не соглашусь, с двумя вещами. Во-первых, может быть ситуация, когда, ну, как бы, опять же, повторюсь, что я лично не, не тусил, как бы, вот так, чтобы, типа, сожительство там и знакомство с, с детьми, с, с чьими то Но понятно, что к детям я отношусь в целом хорошо, как бы, с уважением. Мне детей жалко, если, допустим, представить ситуацию, что бабуин, как он говорит, напердорил, и что-то потом, как бы, дама одна болтается с детьми. Ну, это печальная история, печальная И, как бы, просто обычно И, опять же, по Сарвачеву и по всем остальным ребятам Это происходит не так А обычно это дама разъебывает семью То есть не то, что ворвался дерзкий бабуин Склонил, как бы, к Саитию условную Как он сказал там, Наташу Кого угодно, а потом объебал, кинул, пошел дальше То есть такие истории намного меньше То есть обычная история, это такая дама разъебала то есть все было нормально, она начала какую-то хуйню порочить. То есть не обязательно, что она там гульнула, но все, как вот, опять же, Срачев говорит, что если семья счастлива, это заслуга женщины. Когда семья разъебалась, это вот вина женщины. То есть это происходит обычно так. Поэтому, как правило, именно она виновата в, в разъебалове. Ну и опять же, может быть, ситуация, когда, допустим, она, там, не знаю, вдова. И да, по-хорошему, ну, получается, что... Что теперь ей просто не, ну, не повезло, например, была семья нормальная, там жили, не знаю, 8 лет, ребенка родили, ребенку, там, 6 6. И потом чел помер. Ну, как бы, что теперь ей конец полный. То есть я считаю, что ну, в такой ситуации, хотя, ну, некий, может быть, паритет, допустим, чувак тоже с ребенком встретил и как бы вот тусят. Поэтому такого прям, что вообще никак, никак ни в коем случае там типа РСП нет. Мне кажется, это же жестковато немножко.